Сегодня на Олимпе наконец-то тишина. А что вчера произошло? Богиня танца Терпсихору настигла страшная болезнь Мантра. Богиня танца и больна Хандрой? Ушам не верю! Ты куда спешишь? Не уходи! Постой! Предчувствую я новую беду, поэтому подальше от греха пойду. Да что богине Терпсихоре надо? Ее танцоры каждый день танцуют до упаду. Народный танец и классический балет, латина, тарантелла, минуэт, кадриль, лявоника. Названий танцев много, за исполнением следит богиня строго. Искусство танца развивается прекрасно. Вы видели? Немыслимо! Ужасно! Одно и то же вижу каждый день. А где фантазия? Вокруг сплошная лень. Ну вот, а утро начиналось так прекрасно. Я убегаю, здесь становится опасно. Где танцы новые? Где новые идеи? И почему куда-то убежали министрели? Куда торопишься? Помочь богине надо. И подзатыльник получить награду. Не бойся, у меня. Ну ты и фантазер, чудесная затея. Чем заняты сегодня педагоги? Вы для чего тренировали ноги? Позор, я вами недовольна. Я вам сказала, вольно. Смотрите, ангелы, вы видите скульптуры. У них у всех прекрасные фигуры. А как они когда-то танцевали? А что сейчас? Они присытились, устали. Стоят здесь просто без движения. Мгновение, богиня, лишь мгновение. И страх сковал, они напуганы ужасно. Скажите им на что-нибудь прекрасное. Танцоров всех прошу немедленно ожить и танцем новым здесь богиню удивить. Богиня, чуточку помягче и теплее, добавьте страсти и немного веселее. О, мои славные танцоры, вы чудесны, и отзывы о вашем творчестве так лестны. Своим талантом. Порвите в танце чишки и пуанты. Блистайте, зажигайте и творите. Меня искусством вашим удивите. We'll be right back.
поймете, и если творчество придется мне по нраву, достойных награжу, достойно и по праву. Скитания земные подошли к исходу, искусством танцев восхищались многие народы. Однако на земле нашлась одна обитель, где каждый ученик и их учитель искусству танца обучались много лет. Народный танец, классику, балет здесь знают самых малых лет. В какой позиции поставить ножки, продемонстрировать всем лунную дорожку? Пищать, визжать, свистеть и хохотать, сидеть, стоять и на полу лежать, кружиться, прыгать, непременно топать, идти в присядку и в ладоши хлопать. Сию обитель школы называют, там дети словно бабочки летают. Ученики богини все в восторге были, и эту школу к Терпсихоре пригласили. Богиня в ожидании сюрприза. Она устала от безделья и капризов. Откройте занавес. Настало время танцевальных выступлений. Thank you.
прекрасная, чудесная мелодия. Как танец называется? Осенняя рапсодия. Здесь есть достойные танцоры для награды? Конечно, безусловно. Буду очень рада, ну, что-нибудь на память им вручить. Сюда немедленно директора нам надо пригласить. Я вместе с ним начну благодарить. Сегодня первый наш концертный выступление, которое мы в этом учебном году выходим на большую сцену. Сегодня не простой концерт, сегодня концерт, посвященный нашим первоклассникам. Но в этом концерте принимают участие все ученики нашей школы. И уже по старой традиции, что сегодня мы подводим итоги за 2015-16 учебный год и хотим вручить почетные грамоты нашим отличникам нашей школы. Пожалуйста, музыку. Первый класс. Грамота награждается учащейся первого класса Бельмич Анна за отличную учебу, примерное поведение, активное участие в жизни государственного учебного образования детская академическая школа искусств города Барадович. Юлиана. Спасибо большое первому классу. Приглашаем на сцену наших отличников второй класс. И первой грамотой мы награждаем балерин Артема. Молодец, Артем. Тихо, молодец. За болотную Альбину, за Вестович Ангелину, Конгол Елизавету, Кучура Ксении, Лешкевич Олесь, Ломонос Марину, Лущик Ульяна, Марченко Евгений, Сидорович Валерий, Солодкую Валерий, Тарасюк Евгений. Второй класс. Поздравляем вас всех. И приглашаем на эту сцену учащихся третьего класса 2015-16 учебного года. Третий класс. Анастасия. Уходим повеселее. Будем танцевать умеем. Миссия Карина, одинокого Арина.
Спасибо большое, девочки. И приглашаем учителя 4 класса. 4 класс. Спасибо 4 классу. И 5 класс, пожалуйста, на сцену. Мишкевич Юлия. Пивоварчик Татьяна. Сосновская Екатерина. Хиневич Арина. Спасибо, девочка. Спасибо всем отличникам. Я надеюсь, что в следующем году на этой сцене мы увидим уже первый класс, который мы сегодня будем повязывать в наши торжественные галстуки. Уважаемые богини, продолжайте, пожалуйста, свой концерт. Наш концерт.
Снова танец, он вызывал жажду и румянец. Вот это интересно, продолжай. Его танцуют, когда собран урожай. Прекрасная идея, поскорее начинай. И праздник танцевальный продолжай. Бульба, так называется эта постановка. Нет трудолюбия, смекалки и сноровки. Thank you.
для богини это грех. Ну что за глупости? Кто рано встал, того и ждет успех. С богиней здесь я полностью согласен. И представляю танец, он прекрасен. С восходом солнца поднялись они с дивана, чтоб станцевать вам танец под названием «Ой, рано». Thank you.
Да как он смеет? Сейчас он у меня схлопочет. Богиня, жальтесь, в том ли есть вина, что ваша грация и легкость не мила. Веками наблюдать готов за вами. Ну хорошо, тебя прощаю под святыми небесами. В знак примирения примите танец сольный. Уверен, вы останетесь довольны.
танцевать. Мне жаль. Я ногу вывихнул, почти сломал крыло. А покружиться захотел, меня в кулису унесло. Не мой сегодня день, так стыдно мне. Давно не танцевал, все было теплее. Смотри, как надо танцевать. Да, встать, танец не мой день. Thank you.
никого я здесь не этим не обижаю. Люблю, когда подвижные руки, грациозное тело. Тогда для вас особый танец тарантелла. Thank you.
как слетипера. От этих слов не убежишь. Она убьет меня. Но почему вокруг такая тишина? Ну, говори. Боюсь, начнется новая война. Я устала ждать, когда продолжим веселиться, танцевать. Ой, все, я улетаю. Ну, позволь мне. Смыться? Нет-нет, дружочек, мы продолжим веселиться. Концерт закончен, танцев больше нет. Тебе открою я один секрет. Концертов на земле не перечесть. И в зал зрителю бывает негде сесть. В обитель ту, что мы с тобой пришли, на танцы с детства ходят малыши. И мы предложим ей финальный номер? Ну, молодец, а то страх чуть не помер. Так все, мне надоело новых танцев ждать. Богиня, мы предлагаем вам начать особенную часть программы нашей. Вы новичков благословите дланью вашей. Скажите им напутственные нужные слова. Направьте их на добрые дела. Отличная идея! Клятву принесите и поскорее малышей ко мне ведите. Пусть ожиданием наполнится весь зал. Особенный, торжественный момент настал. По сердечному велению. Таланты юные, приветствие, боевые.
со времени былого и сегодня, ныне, мы клятву верности прочтем все вместе дружно. И слово главное, клянемся, произносить вам громко нужно. Итак, готовы? Начинаем. Мы клятву верности читаем. Мы посещать уроки в школе стремиться будем каждый день. Клянемся. Нам заниматься на уроках не будет трудно и не лень. Клянемся. Мы слушать будем педагогов внимательно день ото дня. Клянемся. Костюмам относиться строго, их в чистоте всегда храня. Клянемся. Мы поддержать всегда друг друга в радости, беде и запрещаем строго ссоры в школе всей, всегда, везде. Клянемся. Ступать на сцену с уважением, дарить всем радость, красоту. Клянемся. Со зрителем делиться вдохновением и раскрывать в искусстве танца красоту. Клянемся. Не будем плакать, хныкать и хандрить, и танцы сердцем всей душой любить. Клянемся. Чтобы вы знали, все лентяи невежды, цвет зеленый – это цвет надежды. Знаете, дети, что богиня танцев Терпсихора все надежды возлагать на вас готова. Как листок на древе распускается зеленый, древу, даря надежду густой кроны, так и вы в искусстве расцветаете, нашу жизнь любовью к танцам наполняете. Я прошу внести зеленые платочки, пусть они, как дерево листочки, ваши шеи крепко обвивают, танцевать всех призывают, вдохновляют. Финал. И отзывчивый зритель. Да здравствуй, ныне ученик.